Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я пришел на эту встречу, чтобы рассказать о себе и быть с вами поближе. Но если поверить родителям, я старше дома, а бабушка здесь в городе, двоюродная бабушка жила. Когда она меня забирала с роддома, говорит, там, Атндуизмгоям, да, типа имя сама там, Бауджан, говорит. Ну, потом, говорит, почему Бауджан? Она говорит, ну, как, Бауджан Мамушулы, да, как наш великий полководец. А родители очень рано остались без своих родителей. Мой отец остался практически на попечении у родственников. У мамы точно так же. Рано родители умерли, там, по сестрам, по братьям, по родственникам и так далее. А отец, как отслужил армию, он понял, что надо создавать семью. Уехал в Первоцелинный совхоз имени Манжукмаметова. Приехал туда и устроился водителем. Это было в 70-71 года. И вот в 72 году я родился. Когда рос, соседи все были с большой семьей. Мы с сестренкой только вдвоем, а там по 5, по 6, ну, по 10 детей было. Когда женился, даже мы не определяли, сколько будет. Ну, вот сколько есть, столько есть. Но я считаю, хорошо, когда большая семья. Это какая-то ячейка сообщества. Общество. То есть вот этот уклад жизни, он как-то в свое время дает какое-то воспитание, дает правильное какое-то направление. Когда детей мало, то есть вырастают какие-то нарциссы, да, которые детей, потом сложность где-то им в жизни приходится. А в больших семьях, когда вырастают дети, они более предприимчивые. Я так понимаю, что вы выросли в любящей семье, потому что только в любящей семье вырастают счастливые люди, которые идут по лестнице успеха легко. Родители, да, они любящие родители были тоже. Максимально оказывали все то, что самое лучшее. Хорошие игрушки, хорошая какая-то одежда была. Ну, как у всех тогда было все это. Там велосипед рано купили, мопед купили тоже. К технике где-то приучили. Это очень рано начал водить уже там технику с отцом. Отец был водителем. То есть я управлял техникой уже сам. Доверие было какое-то высокое. В школе учителя были самые хорошие. Школа была обычная, но при этом, скажем, привили там любовь к спорту, например. Любовь к ответственности. Ходили по пенсионерам, помогали им там снег чистить. Где-то какие-то субботники были, то есть надо было идти. Собирали макулатуру, собирали металлолом и так далее. То есть, ну, как обычно все это. Вот скажите, это надо сегодня, вот нашим сегодняшним детям, это надо или нет? Да, вот здесь мы сильно проигрываем, мы чувствуем то, что, может быть, мои дети, живя здесь, в городе, этого не видят. Если мы раньше утром ушли, вечером пришли, нас даже не спрашивают, где ты что-то обедал или не кушал, там, звонишь домой, ты покушал, да, ты холодильник открой, микроволновку поставь и так далее. Люди вроде бы так сильно не изменились, а вот ситуация, ну, вот она поменялась, потому что даже дети во двор выходят гулять, там, и смотришь, многие сопровождения, там, каких-то близких, там, ты за тем присмотри, мама сидит, бабушка смотрит, что они там занимаются. Я имею в виду, в благоустроенных домах надо отправлять детей самих в школу, чтобы они уже были более самостоятельны. В населенном пункте, вот интересно, скажем, сейчас даже ездя там в аул, в совхоз, видишь, когда дети идут в школу, сами, кувырком сами там, и в снегу валяются, там играются, выскакивают на этот, это же глаз радует. То есть они уже более самостоятельны. А наших городских детей, когда мы ведем, чуть ли не сопли подтираем, там, до калитки ведем, это плохо. Скажите, почему вот вас называли и называют «Человек-магнит»? Ну, может быть, где-то имя такое, да? Баур, да? Баур Лумановы. Такое родное что-то. Не знаю. Вот так-то так. Или, может быть, то, что мое отношение там, к друзьям, к близким такое. Ваша компания образовалась, ну, оформилась, скажем так, юридически 25 лет тому назад. Вы со студенческих лет, вы вместе все. Почему? Как это так получилось, что вы все вместе? Доверие. То есть мы никогда не считаем, что мое, что твое и так далее. Вот. Заработали? Это твое, это то, это все. Хорошо, договорились, хорошо. Все, в этой части двигаемся. Это студенческих лет, это когда мы там еще там сигареты продавали, там какую-то косметику продавали. Вот есть, заработали, все, раздали, никаких вопросов нет. Вот в этой части, наверное, потому что видим по той истории, которая, скажем, случалась там где-то вокруг нас и так далее, ну, нехорошие какие-то моменты были. У нас как-то... там Всевышний от этого, наверное, уберег. И вот полное доверие друг другу, наверное, вот принесло к тому, что есть у нас. Ну, студенческая пора, она такая сейчас классная пора. До сих пор мечтаешь. Я сейчас друзьям говорю, блин, тогда все было у нас, но денег не было. А сейчас, наоборот, есть деньги, есть возможности, но времени катастрофически не хватает. Студенческая пора у нас такая самая-самая была классная, потому что мы в период еще получали где-то полгода в 90-м году, полгода еще по 40 рублей, то есть советская стипендия. Но потом, конечно, потом понеслось. Потом это гиперинфляция и так далее. Но при этом, скажем, мы уже там к окончанию вуза, института, мы уже там свои машины были. Но при этом мы хорошо работали, скажем, и хорошо учились, наверное.
возможность заработать. Да, то есть эта картошка была первая. Для студентов, для как сейчас делают такие кейсы, как команда образования, что-то куда-то выезжает. Вот это было самое лучшее команда образования. А между друзьями, вот между учредителями, между основателями у вас есть конкуренция нет, или нет? Нет, такого нет. Такого нет, там, скажем, у кого какой дом, у кого какая машина. Это почему-то вот у нас такого не существует. Наша цель – попасть на международный рынок через международные какие-то контракты, валютные контракты, когда они более-менее стабильны будут. Соответственно, мы потихонечку к этому придем. Мы верим в наш потенциал, наших специалистов, что в период мы станем конкурентами с тем же самым, с турецкими строителями, европейскими строителями, ну, китайскими строителями где-то есть и так далее. На рынке Астаны и Казахстана мы уже подошли к тем международным компаниям, которые здесь представлены наравне, и с нами считаются сейчас уже. Каких людей бы вы хотели рядом видеть в своей команде? Профессиональных и ответственных, во-первых, самое главное. То есть ответственность – это важно всего, а профессионализм – это само собой, потому что, ну, условно, если в строительстве где-то другой какой-то специальности придет, тяжело ему как-то объяснять. То есть каждый должен работать в своей сфере. Но ответственность перед собой, перед друзьями, перед сообществом – это важная черта, по которой я лично оценил. Зачем вы идете на праймериз? Мы понимаем, что наше государство, наше общество стоит в переходе на другой уровень жизни, скажем, да. И как оно сейчас правильно пойдет, неправильно, потому что все понимают, что вот что-то вот пробуксовывает. И, скажем, по обществу сказать, что вот в период пандемии, в год волонтера, мы видим, что наше общество стало очень активно. Это очень интересно, да. Мы понимаем, что мы на другой уровень развития должны перейти. Опыт работы есть какой-то, вера в свою команду, которая есть. Я верю в счастливое будущее нашего общества, нашей страны, да. В то время, как в расцвете сил сейчас, можно эти дела осуществлять. А завтра в 60, если что-то будет не нравиться с нашим обществом, была же возможность. Почему не использовал, да, почему в сторону отошел? Чтобы такого не было. Надо пробовать. Я думаю, получится. Как бизнесмен, я понимаю, как из бизнеса, где надо улучшить, какое законодательство и как помочь бизнесу. Ну вот, если опять же злободневный вопрос, который поднять, вот пандемия наша выявила наши проблемы в нашем там в обществе, да, как медицина и образование. То есть практически мы вот эти тесты пандемии мы провалили. Это все известно. Почему? Потому что, ну, вот ряд каких-то системных ошибок привело к тому. Все это понимают и осознают, что уровень здравоохранения очень низкий, он неконкурентный, и надо его улучшать. Я думаю, в перспективе профессию врачей, преподавателей, деятелей культуры надо выше ставить намного, потому что это должно финансируется с бюджета, прямое финансирование. У нас все инструменты к этому есть. Просто вот где-то что-то системно не срабатывает. Для меня там в ужасе было, когда мы полтора года назад где-то обсуждали, когда, оказывается, у нас нету педиатров. В образовании то же самое, мы провалились. И это самая наша горькая ошибка. Это важно, потому что подрастающее поколение – это наше завтра. Если мы сегодня не подготовимся к завтра, завтра мы провалимся железно. Коротко скажите о том, что вас подвигло стать меценатом некоторых проектов, и расскажите о них. Есть талантливые дети, которые хорошо рассказывают стихи, которые хорошо танцуют, которые хорошо поют. Там. Есть глухонемые дети, которые вот по аккомпанементу начинают петь. И вот для этих детей не просто какой-то подарок сделать, а вот на уровень вывести их большой сцены и с какой-нибудь с их любимой звездой исполнить какое-нибудь там музыкальное произведение. Начали пробовать. Пошло, вроде бы, на День защиты детей такой большой концерт организовали. И эти дети сами были звездами вот этого концерта. Потом решили масштабировать его уже на республику. Мы начали обзванивать областные управления и говорить, что вот у вас есть интернаты, есть детские дома, есть дети-инвалиды, которые дома сидят. Вы приглашаете их, и мы будем с ними работать, готовьте выступления. Лучших мы пригласим в Астану на 1 июля на большую сцену в Астане, с организацией мастер-классов, посещение шабыта. И вот со всей республики там 300-500 детей приезжают и готовят где-то концерт час на полтора. Для них это вообще вау было. Как этот проект называется? Биажилдузай. Биажилдузай – концерт. Но потом оттуда дальше пошли уже реабилитационные центры. Алма-Ата, Астана, Актюбе, Шымкент, там, по крупным городам и так далее. В чем интерес этого? Что не только компания и акционеры участвуют там в выделении денег, каждый сотрудник, каждый партнер может
вне зависимости от этого, может 100 тенге, может 50 тенге, может 1000, может 1 000 000 тенге давать. Мы внедрили для того, чтобы сделать их сопричастными. Ну, вот один из наших хороших таких проектов, которым мы гордимся, наверное, «Дом мамы», на модели, скажем, нашего города, практически раз в один это посмотрели, посчитали по доходной части, дом не надо строить, можно в аренду взять, координаты нанял, местную поликлинику прицепил, нанял психолога, соответственно, подтянули волонтеров. В 18 городах Казахстана свыше около 20 домов таких работают. За эти 7 лет существования этого проекта свыше 4000 мам обратилось, молодых мам, и мы существенно снизили численность детей, которые попали в детские дома. То есть они остались с мамами в семьях. Ну, там очень хорошие такие классные истории есть, о которых можно рассказывать прямо с умилением. Любимых проектов, наверное, сейчас пошло «Айханат». «Айханат» – это тоже основоположник «Айдын». После каникул, после экзаменов приглашал сюда и показывал университеты, институты, городскую жизнь. Где-то размещал их в гостиницах, музеи и так далее, и так далее. И какие-то мотивационные встречи с ними проводил. «Не ленитесь, учитесь». Давайте, пробуйте. Мы понимаем, что в сельской молодежи есть какие-то эти самородки, одаренные дети. И просто им надо же немножко внимания и попробовать их вытащить. Но там модель такая, что те айханатовцы, скажем, которые получили поддержку такую, дальше в перспективе как бы их подводить к тому, что следующий год ты станешь успешным там, бизнесменом, чиновником и так далее. Ты должен будешь по этой программе то же самое со своего региона кого-то вытащить и так далее. То есть уже на начальном этапе в эти моменты с детьми эти проговариваем, говорим, чтобы вот сделать какую-то преемственность, да, чтобы она была. Если хотите уйти от бедности, надо просто инвестировать в детей, чтобы они получили хорошее образование. Потом эти дети, подрастав, это общество они сами вытянут. Какая у вас есть мечта? У меня по русскому литературу было 3. Изъяснять свои мысли тяжело немножко. Ну, опять же, если как-то банально сказать, мир во всем мире, все были счастливы, как-то так. Чтобы у нас было счастливое общество. Чтобы у нас была конкурентная какая-то, конкурентная среда, потому что только в конкурентной среде может рождаться лучше. Вы счастливый человек? Да, наверное, считаю, что счастливый человек. Со мной родители, у меня любимая, хорошая семья, со мной рядом друзья, у нас большой коллектив, мы строим счастье, мы несем счастье, да, в доме. Это очень хорошая миссия. Мы строим дороги, мы строим мосты, мы строим здания и сооружения. Я считаю, что счастливый человек.